День России сегодня отмечают и в княжестве Монако, в музее океанографии. Нашим диппредставительствам дан торжественный прием. Почетным гостям представили экспозицию, посвященную самым важным событиям в истории России. Посетителям рассказали о достижениях в разных сферах, в том числе исследования Арктики и разработки новых технологий. Когда мы говорим об общем политическом контексте в Европе, то вы знаете, ну, Монако, приезжая сюда, просто какой-то уголок рая, как будто это совершенно другой мир, вы окунаешься в атмосферу дружбы, товарищества, которые, к сожалению, сейчас, я надеюсь, временно исчезли из наших отношений с другими европейскими странами. И мы очень признательны монегасскому народу, руководству княжества, что они вот в этот очень непростой период, казалось бы, маленькое государство, но показывает пример другим, как нужно выстраивать отношения между государствами на основе равноправия, взаимного уважения для интересов народов обеих стран. Один из главных сюрпризов для почетных гостей – показ московского парада в честь 70-летия Великой Победы в новом формате сверхвысокой четкости – 4К или Ultra HD. Его разрешение обеспечивает идеальную картинку. Динамическое изображение смотрится особенно эффектно. Можно, например, подробно рассмотреть даже ордена и медали на мундирах тех, кто прошел в строю по Красной площади. Такая детализация вдвое больше, чем в HD формате вещания нашего канала. Нынешний парад 9 мая – первое в России масштабное событие, которое демонстрируется в формате 4К. Сегодня же его смогли увидеть зрители канала высокой четкости сети «Триколор ТВ», естественно, при наличии соответствующей аппаратуры.